Ну как же мне нравятся эти бусины. Собрала себе из них еще один чокер. Сейчас покажу, как я его сделала. На мой чокер мне понадобилось 1,5 нитки вот этих бусин и 10 штучек вот таких прозрачных. Я беру тросик толщиной 0,38 мм и отрезаю 2 отрезка длиной примерно 40-45 см. Чтобы бусины в процессе набора у нас не падали, закрываем один кончик. Сразу на 2 тросика надеваем кримп и протектор. Все делаем точно так же, как с обычными кончиками, просто в этот раз мы продеваем сразу 2 тросика. Теперь берем прозрачную бусину и надеваем сразу на 2 тросика. Теперь на каждый кончик надеваем по 4 бусины. А прозрачную сразу на 2 кончика. И повторяем все заново. И так плетем до нужной нам длины. Мне на чокер понадобилось 9 таких колечек. Ну а теперь закрываем второй кончик. Снова берем кримп, надеваем его сразу на 2 тросика. И в протектор тоже продеваем сразу 2 тросика. Дальше тросики продеваем снова в кримп и в первую бусину. Вытягиваем тросик из бусины так, чтобы все бусины на чокере сомкнулись. И после этого зажимаем кримп. Лишние кончики тросика отрезаем. И вот что у нас получилось. Осталось только поставить замочек.